В этом видео мы с вами научимся вязать узором шишечки. Вот те самые шишечки, которые, в принципе, очень часто используют рукодельницы при вязании любого полотна, любого изделия. Но каждая из нас вяжет их по-своему, друзья. Я вам покажу свою технику, свой расчет петель непосредственно, свою пропорцию, да, и, конечно же, расскажу, как ее вязать, и, конечно же, буду показывать. Такие шишечки я очень часто использую в своих работах. Ну, во-первых, они универсальны, во-вторых, вяжутся очень просто и легко, придают при этом изделию, ну, какой-то изюм, я бы так сказала, да, какую-то такую свою специфическую и интересную красоту, также хорошо смотрится в текстуре, идеально сочетается с любой пряжей, то есть независимо от качества, независимо от метража и независимо, друзья, от цвета. Эти шишки вяжутся практически из любой пряжи, любого цвета. Здесь я сейчас вам показываю тунику, которую связала буквально недавно, и у меня уже готово описание на нее. Так они смотрятся на изделии. Вот немножко приподниму камеру, чтобы показать вам больше полотно. Ну и еще одна из готовых работ, из последних готовых работ, где я использую шишечки непосредственно при вязании рукавов в таком вот интересном текстурном рисунке. Вот они, показываю вам поближе. Кстати говоря, на этот пуловер у меня уже тоже есть готовое описание на несколько размеров. Если вас заинтересует, пожалуйста, обращайтесь, пишите мне комментарии. Так что да, друзья, вот сейчас мы с вами и приступим. Ну и для вязания нам понадобится пряжа. Я взяла самую обычную, не буду даже говорить какую, и спицы, друзья. Что касается петель, количество петель набираемых, оно должно быть кратно 6, да, понятно, 12, 18, 24 и так далее. Вот именно в такой пропорции, именно в таком расчете мои шишечки смотрятся довольно-таки интересно. Но вы когда сами свяжете их, сами поймете и согласитесь. Итак, друзья, что мы с вами делаем? Набираем петли. Понятно, да, набираем кратное 6. Я сейчас наберу 24 петли плюс 2 кромочные. Этого вполне достаточно, помним, да, обычным классическим способом. Тут уж я вам не буду показывать, в принципе, как нужно набирать петли. Это видео не обучающее по петлям, по набору петель. Поэтому давайте каждый из нас сейчас делает набор самостоятельно. После того, как наши петли набраны, в принципе, мы сейчас с вами вяжем образец, поэтому этого вполне достаточно. Давайте провяжем с вами два ряда одними лицевыми и после этого 4 ряда лицевой гладью. Ну, то есть по лицевой стороне у нас будут лицевые петли, по изнаночной стороне изнаночные петли. Договорились? Чтобы наше время не терять, давайте провяжем самостоятельно. Я связала необходимое количество рядов, и теперь давайте вместе приступим с вами к вязанию этих самых шишечек. Что делаем дальше? Снимаю одну кромочную, провязываю одну лицевую, и теперь, друзья, формируем из петли ту самую красивую шишку. Показываю с самого начала. Правую спицу вводим в петлю за переднюю стенку. И вытягиваем новую петельку, оставляем на правой спице. Из той же первоначальной за заднюю стенку вводим спицу и вытягиваем вторую петлю воздушную. Вот они две. Возвращаемся за переднюю стенку. Еще одна петелька. 3. За заднюю стенку. 4. 4 воздушные петли, за переднюю стенку 5, за заднюю стеночку 6 и за переднюю 7. Все, теперь мы ее снимаем с левой спицы, все, и сформировали 7 новых петель. Далее мы с вами вводим левую спицу во все эти новые петли. Вот таким образом, вот они наши петельки. Набрасываем ниточку на правую спицу и аккуратно протягиваем через все петли ее наружу. Вот, протянули и снимаем их. Все, вот она наша шишка.
Но мы не можем ее с вами так оставить, потому что она будет у нас западать, проваливаться на заднюю стенку. Нам ее необходимо закрепить. Как мы делаем крепление? Разворачиваемся на изнаночную сторону и подбираем, друзья, вот эту самую петельку под шишечкой. Вот так вот мы ее подобрали. Теперь мы ее выводим наружу сюда. Вывязываем из нее лицевую, вывязали и аккуратненько протянули через петлю нашей шишечки. Вот так. Все. И затянули. Все, затянули. И вот у нас получилась та самая аккуратная шишка. Далее мы с вами провязываем 5 лицевых за переднюю стенку. Друзья, я вяжу все петли за переднюю стенку классическим способом. Вот они, 5 лицевых. И мы с вами повторяем вновь следующую шишечку. Но давайте покажу вам еще раз для усвоения материала. Вводим спицу за переднюю стенку петли. Делаем накид и формируем новую воздушную. Вот она, раз. За заднюю стенку ввели, накинули нить, 2. За переднюю стенку 3, за заднюю 4, за переднюю 5, за заднюю 6, за переднюю 7, и вот они все наши петли. Далее помним, что нужно делать? Левую спицу аккуратно вводим во все 7 петель. Ввели вот так, вот таким образом. Делаем накид и правую спицу аккуратненько протягиваем, формируем тем самым одну петлю. Вот. И снимаем все наши петельки с левой спицы. Все, вот она наша шишечка. А дальше помним, да, что нужно сделать? Нужно ее зафиксировать. На изнаночной стороне подбираем под шишечкой вот эту вот петельку из предыдущего ряда, провязываем ее лицевой и протягиваем через петельку нашей шишки аккуратно. Все. И вот в этом месте хорошо-хорошо затянули. Вяжем далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Теперь мы будем формировать следующую шишечку. Понятно, вот так они смотрятся на полотне, попереду и по изнанке. Видите, теперь наша шишка никуда не провалится, ни назад, ни вперед. Она зафиксирована, все. С ней ничего не случится, ни во время стирки, ни во время носки. Вот такие шишечки. Так, друзья, далее мы вяжем с вами еще одну. Но я сделаю это быстро, а вы в своем темпе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все вместе соединяем левой спицей, делаем протяжку и фиксацию самой шишечки по изнаночной стороне. Вот, готово. Затянула нитку еще раз. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. На шестую формирую шишку. Ну и вы тоже вяжете сейчас в своем темпе. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Все, аккуратненько мы фиксируем нашу шишечку на полотне. И довязываю, затянула нитку и довязываю остальные все лицевыми петлями. Все, друзья, вот это самый сложный такой ряд. Ну, в принципе, как сложно, относительно. И вот так они выглядят, как розочки на полотне, согласитесь? Симпатичные. Что делаем дальше? Дальше мы с вами по изнаночной стороне провязываем все изнаночными наши петельки. Вот. И в принципе, наш узор практически готов. Ну, сейчас я быстренько довяжу и расскажу вам. Эти шишки можно вязать как самостоятельно на полотне. Они будут хорошо смотреться и... Кстати говоря, если вы их сформируете на изнаночной стороне, так и на лицевой стороне, да? Ну, то есть, если вы будете вязать, допустим, одними лицевыми, тоже будет симпатично смотреться. Нужно просто поэкспериментировать.
Также они используются в какой-нибудь композиции из узоров, тоже смотрится очень хорошо. И я вам в самом начале видео показала, да, как использую их я. Вот, друзья, изнаночная сторона, идеальное исполнение. Вот лицевая сторона. Так они выглядят сейчас. Согласитесь, симпатично. Что бы я хотела вам добавить от себя дополнительно? Друзья, вы можете поэкспериментировать. Это моя пропорция. 5 лицевых и 1 шишка, да? Вот. А вы можете попробовать сделать гуще. То есть можно сделать 3 лицевых и 1 шишечка. Или наоборот, более редкое вязание. То есть можно сделать 7, 9, ну или четное количество петель. То есть любое количество петель на ваше усмотрение. Я вот для себя определила с такой пропорцией. Ну что, друзья, надеюсь, это видео было для вас полезным. Если так, то, пожалуйста, поставьте лайк. Кто еще не подписан на мой канал Вяженка, подписывайтесь. Здесь я оставляю очень много полезной информации, учу вязать и делюсь своими секретами. Ну и добавлю дополнительно. До новых встреч. Пока-пока.